У владелицы пивной точки по улице Самбурова есть документы на торговлю, однако, согласно краевому закону, нет права реализовывать пенный напиток в жилой многоэтажке. Для выявления и пресечения таких случаев в Анапе создана специальная комиссия. В ее состав входят специалисты управления торговли, сотрудники полиции, казаки. Это заведение мобильная группа инспектирует уже второй раз. Всего изъяли почти 400 литров алкоголя. Сотрудники полиции составили административный протокол. Владельцам придется заплатить штраф. Управлением торговли совместно с сотрудниками полиции, как я уже сказал, будет на постоянной основе проводиться эти рейды. Весь бизнес должен быть прозрачным, и требования действующего законодательства никто не отменяет. Поэтому в любом случае, прежде чем открывать свой бизнес, вы должны соблюдать требования действующего законодательства. Рейдовые группы выявляют нарушения не только в сфере реализации алкогольной продукции, но и торговли в целом. Сейчас на особом контроле сезонная продажа хамсы и мандаринов. Пресекается вся несанкционированная торговля, что называется, с рук.